На конференции Краевого отделения Союза журналистов России от Сочи будет представлено 8 человек. На собрании городского отделения были утверждены фамилии сочинских делегатов. Цель конференции – внести изменения в устав Краевого отделения Союза журналистов России. Внесенные поправки позволят организации быть независимой и более успешной. Делать что? Зарабатывать деньги. Я в краевом отделении считаю, что мы должны называться не краевым отделением, а союзом журналистов. Но это право делегатов, как они решат. Мы должны быть очень независимы. У нас наш интернет должен зарабатывать солидные деньги и торговать и через интернет, и путевками, и другими вещами. Мы должны открыть цех, точнее мы уже открыли цех предпечатной подготовки и фотоцех.